Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Profi Personal. Перед просмотром этого видео не забудь подписаться на все наши соцсети, которые находятся ниже в описании, и поставить колокольчик, и ты будешь узнавать первым о наших новых видео. Сегодня у нас будет очень интересная тема, ведь я расскажу тебе, как получить права УДТ на территории Польши и какие вакансии Profi Personal предоставляет людям, у которых они уже имеются. Очень часто мы получаем запросы о том, что люди желают зарабатывать больше. Именно поэтому мы предлагаем вам возможность пройти обучение и получить права УДТ на вилочный погрузчик, сразу с возможностью дальнейшего трудоустройства. На данный момент открыт набор на вакансию в городе Жирардов. Именно мы ищем карщика с правами категории УДТ в АЕ-2 либо же в АЕ-3. У вас будет возможность получать ставку 21,5 злотых нета в час первый месяц, со второго мы поднимаем ставку до 22 злотых нета в час. Это работа на складе бытовой техники. То есть ваши обязанности — это погрузка, выгрузка телевизоров либо же деталей до холодильников. Чтобы узнать больше о данной вакансии, достаточно связаться с нами по всем контактным телефонам, указанным ниже. Что же касается людей, у которых нет прав УДТ. Все очень просто. Profi Personal позаботились об этом, и мы оплачиваем половину стоимости обучения. С возможностью, опять же, дальнейшего трудоустройства. Весь курс длится всего полтора месяца. У тебя будет возможность пройти обучение теории, практики, сдать экзамен и, наконец-то, на четвертый раз получить пластик. Поскольку Profi Personal имеет вакансии по всей территории Польши, наши координаторы будут помогать тебе с транспортом и доездом до места обучения. Чтобы иметь возможность получить права УДТ и пройти курс обучения, вам необходимо работать и получать средства. Именно поэтому Profi Personal предлагает вам более 100 вакансий с возможностью трудоустройства, проживания и получения прав на вилочный погрузчик. Чтобы узнавать о новых вакансиях Profi Personal, узнавать все изюминки вакансий, которые мы предоставляем, а также получать ответы о новых законах и вопросах легализации, не забудь подписаться на наш канал Profi Personal, также на все соцсети, которые находятся в описании.